Помощник президента России Николай Цуканов и президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев прибыли в Брянск. Визитеры познакомились с работой муниципальных образований Брянской области, а также с опытом создания системы ТОСов. Брянщина – активный субъект Российской Федерации по развитию местного самоуправления, так считают на федеральном уровне, потому и уделяют этому особое внимание. Мы начали новый 2018 год с хорошими показателями во всех отраслях экономики, социальной сфере и бюджетной политики. В 2016 году мы приняли впервые бездефицитный бюджет. В 2017 году впервые за последние годы бюджет Брянской области был принят с профицитом. Кроме того, за счет собственных ресурсов в основу бюджета первые дни 2018 года мы досрочно погасили накопленные ранее долги. Долговой обязатель сократил объем государственного долга на 1 миллиард 250 миллионов рублей. Экономия средств, заложенных на обслуживание долга, будет направлена на социально значимые расходы бюджета. Но самое главное, мы закрыли все ранее имеющиеся долги муниципальных образований, и с этого года вы начинаете работать с чистого листа. Брянская область, надо отдать должное, за последние три года они у нас лидируют по всем направлениям. Много, то есть Россия, страна наша, учимся от вас. От Брянщины. Я здесь, например, по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Это первый мой регион, но не последний. Задача стоит максимальное количество регионов проехать, посмотреть, каким образом устроена система местного самоуправления, сколько поселений, как работают эти поселения, эффективно, неэффективно, как оценивают жители. Наша задача – собрать информацию по всем субъектам и эту информацию дать на рассмотрение президенту страны. На общем собрании Виктор Кидяев и Александр Богомаз грамотами и грантами поощрили глав районов и поселений, отличников социально-экономического развития. А впереди у делегации еще и выездная работа. Гостям покажут на практике примеры успешных хозяйств Брянского региона.